Российская пропаганда, не жалея сил и средств, без устали трубит о великой победе СССР над нацизмом. С течением времени миф разросся до фантастических размеров. Президент РФ Путин даже сделал официальное заявление о том, что победа над нацизмом – заслуга исключительно Российской Федерации. Вот что заявлял он в прямом эфире российских телеканалов 16 декабря 2010 года. Это значит, что война выиграна, не хочу никого обижать, но в основном за счет ресурсов человеческих и индустриальных ресурсов Российской Федерации. Это исторический факт, это все в документах есть. Не преминул он и принизить роль Украины. Теперь по поводу наших отношений с Украиной. Я позволю с вами не согласиться, когда вы сейчас сказали, что если бы мы были разделены, мы не победили бы в войне. Мы все равно бы победили, потому что мы страна победителей. Высказывания Путина отражают умонастроение большинства россиян, о чем свидетельствуют созданные по взаимному единодушию правящего режима и населения РФ культ победобесия. В угоду всенародному шовинизму стали возможны заявления, отрицающие какой-либо вклад в разгром гитлеризма американцев, украинцев, англичан, поляков, французов и других народов стран антигитлеровской коалиции. Высокомерие населения РФ стимулировали ответную реакцию стран, внесших значительную лепту в разгром Третьего Рейха, США и Великобритании, которые выдвинули свою версию произошедших событий. И дело не только в том, что у победы тысяча отцов, а поражение всегда сирота, как говорил 35-й президент США Джон Кеннеди. Победу в войне определяют не принесенные на ее алтарь жертвы. Важен достигнутый результат, который находится в прямой зависимости от поставленных целей. С этой точки зрения СССР отнюдь не победил во Второй мировой войне. Да-да-да. Более того, потерпел стратегическое поражение. Да и тяготы войны с нацизмом, с Советским Союзом разделили США и Великобритания. И без их помощи Третий Рейх уничтожил бы российский коммунизм. Смелое заявление, правда? Но обо всем по порядку. Великобритания – единственное государство, сражавшееся с гитлеровской Германией от первых минут Второй мировой войны до полной капитуляции Третьего Рейха. Хотя Британия представляла огромную империю с развитой экономикой, одолеть немецкий нацизм самостоятельно она не могла. Правительство Соединенных Штатов реально оценило угрозу, исходящую от гитлеризма, и решило помочь странам, противостоящим гитлеровской агрессии. 11 марта 1941 года Конгресс США принял закон об обеспечении защиты Соединенных Штатов, более известный как закон о ленд-лизе. В соответствии с ним для победы над нацизмом в США стартовала программа экономической помощи Британской империи. СССР в это время находился по другую сторону баррикад. В сентябре 1939 года страна Советов совместно с Третьим Рейхом ликвидировали независимость Польши, разделив и оккупировав ее территорию. Пока СССР фактически пребывал в гитлеровской коалиции, США начала оказывать военную и экономическую помощь Британской империи на условиях. Первое. Переданное в рамках ленд-лиза имущество, оставшееся после окончания войны и пригодное для гражданских целей, оплачивалось полностью или частично на основе предоставленных США долгосрочных, в основном беспроцентных кредитов. Второе. Правительство Соединенных Штатов после войны имеет право требовать возвращения неразрушенной и неутраченной техники и оборудования. За годы войны США предоставили Великобритании военную помощь на сумму 4 миллиарда 330 миллионов долларов. Британия окончательно рассчиталась с долгом Соединенным Штатам лишь в декабре 2006 года. Пока Великобритания вела вооруженную борьбу с гитлеровской Германией, Советский Союз готовился к решающей схватке за мировое господство, или на коммунистическом новоязе к победе мировой революции, о необходимости которой говорили еще отцы-основатели марксизма Маркс и Энгельс. В дальнейшем их идею развил и дополнил в концепцию перманентной революции Александр Парвус. Затем ее взял на вооружение и прославил один из создателей страны Советов Лев Троцкий.
Ленину с Троцким удалось разжечь пожар мировой революции лишь в уменьшившейся в размерах Российской империи. Большевики, захватившие власть в Москве, прекрасно понимали, что реальный социализм не выдерживает никакого сравнения со странами, где процветает свобода предпринимательской инициативы и рыночное отношение. Само их существование обрекало Красную империю на прозябание во враждебном окружении. Хотя Ленин произвел ревизию учения Маркса и заявил о возможности построения социализма не в мировом масштабе, а в отдельно взятой стране, лидеры российских коммунистов прекрасно понимали, социалистическое государство в капиталистическом окружении ожидает крах. СССР находилась в ситуации осажденной крепости, а любая осада без помощи извне рано или поздно закончится капитуляцией обложенного со всех сторон гарнизона. После неудач, постигших советскую власть в Баварии и Венгрии, а также провальной попытки принести на российских штыках коммунистический рай в Польшу в 1920 году, вожди пролетариата поняли, с налета революцию в мировом масштабе устроить не удастся. Нужны кропотливые методичные усилия, которые потребуют массу ресурсов и времени. СССР под мудрым руководством товарища Сталина начал подготовку к установлению мирового господства, или, как сие именовали коммунисты, победе всемирной пролетарской революции. Длительное время приготовления СССР к завоеванию всей Европы оставались незамеченными. Как блестяще написал Эдгар По в рассказе «Похищенное письмо», легче всего спрятать то, что остается доступным всеобщему обозрению. Поразительно, как мировая общественность игнорировала то, что вся советская экономика работала исключительно на вооружение. Для победы в грядущей войне за мировое господство российского коммунизма сталинская клика уничтожила миллионы крестьян политикой коллективизации, для нужд войны провела индустриализацию. Во все времена существования СССР негласно действовал закон «пушки вместо масла». Совдепия была страной вечного дефицита всех групп потребительских товаров, зато танки и снаряды производили в избытке. Населению подвластной страны и миру коммунистическая пропаганда твердила абсолютно противоположное, представляла СССР чуть ли не единственным подлинным борцом за мир. Советские идеологические клише охотно транслировала в своих странах оплаченная Кремлем агентура и левая интеллигенция Запада. Так продолжалось до начала 80-х годов прошлого века, пока в 1978 году не произошло небольшое происшествие. На Запад ушел советский шпион Виктор Резун. После перехода за бугор, бывший разведчик ГРУ СССР, работая под писательским псевдонимом Виктор Суворов, опубликовал цикл книг, в которых, используя навыки аналитической разведки, неопровержимо доказал, в 1941 году СССР готовился захватить всю Европу. Основываясь преимущественно на открытых советских источниках, Суворов убедительно показал не только приготовление к победе коммунизма, но и причины и цели, двигавшие сталинской кликой. В небольшом видео невозможно пересказать содержание многотомных исследований Суворова. Да и нет в этом необходимости. Его книги продавались огромными тиражами. Они оцифрованы, по ним сняты фильмы, записаны аудиокниги, организовывались дискуссии. Вся информация находится в свободном доступе, и любой желающий может основательно ознакомиться с их содержанием. Для оценки результатов Второй мировой для СССР важно понять, какие цели ставил Сталин и окружавший его, по меткому выражению Осипа Мандельштама, сброд тонкошеих вождей. Как отмечал американский психолог Эрик Берн в книге «Игры, в которые играют люди», именно достижение поставленных целей определяет статус победителя или неудачника. Например, бегуна, решившего пробежать 100-метровку за 15 секунд и преодолевшего дистанцию за 14, можно считать победителем, ибо он достиг поставленной цели. И наоборот, спортсмен, намеревавшийся пробежать 100 метров за 10 секунд с реальным результатом 10,2 секунды – неудачник. Сталин со товарищи стремился на горе всем буржуям раздуть пожар мировой революции, ибо без нее коммунизм и СССР
обрекались на сокрушительное поражение. Подобно гарнизону осажденной крепости, кремлевский горец проделал колоссальную подготовительную работу, практически восстановил Российскую империю в границах 1913 года, сосредоточил на рубежах с Германией и ее сателлитами огромные армии, превосходящие армии любых других стран по количеству танков и самолетов, обеспечил всю эту армаду боеприпасами. Казалось, одно мановение руки лучшего друга всех борцов за мир во всем мире, и Европу захлестнет красная лавина, чтобы вести войну малой кровью на чужой территории для полной оккупации западной части евразийского континента. Как вдруг 22 июня 1941 года Третий Рейх вероломным нападением переместил СССР из гитлеровской коалиции в антигитлеровскую. Мало того, уничтожил все результаты кропотливого многолетнего труда по подготовке мировой революции. В считанные недели нацисты разгромили большую часть кадровой Красной армии, сосредоточенной на границе, захватили или уничтожили огромное количество военной техники и боеприпасов. Кроме того, в зоне немецкого доступа оказалось множество оборонных предприятий Советского Союза. Сталин спешно перекидывал свежие воинские части из незатронутых боевыми действиями районов СССР, но оставалась проблема обеспечения их всем необходимым для защиты коммунистического режима. Слишком огромными оказались потери первых дней войны. Очень много техники и боеприпасов вермахт захватил в качестве трофеев или уничтожил. На помощь стране Советов пришли Соединенные Штаты Америки. Правительство США открыло для СССР программу «Ленд-лиза» на тех же условиях, что и для Великобритании. По данным российской Википедии, общая сумма поставок составила 10,8 миллиарда долларов США, то есть в 2,5 раза больше объема «Ленд-лиза» для Англии. Поставлялось практически все, от танков, самолетов, тракторов и кораблей до продуктов, пуговиц и спирта. Советская армия воевала на американских танках и самолетах, перевозила боеприпасы на американских грузовиках, заправленных американским бензином. Бойцов кормили американской тушенкой и выдавали боевые 100 грамм американского спирта. Особенно важную роль сыграли автомобили. Даже хваленые советские «Катюши» создавались на базе грузовиков из США. Советские промышленные предприятия производили оружие, технику и боеприпасы, зачастую изготовленные на американском оборудовании. Не все проходило гладко. Огромной проблемой оставалась доставка в СССР американской помощи. Поразительный факт. СССР омывали 12 морей трех океанов. Более двух третей государственных границ проходили по морским берегам. Но Совдепию нельзя было назвать морской державой. После начала войны Германия блокировала выходы советских кораблей из Балтийского и Черного морей. Тихоокеанский флот находился далеко, за территориями и в наше время не имеющими нормальных дорог и других объектов инфраструктуры. Для доставки американской помощи по морю оставался лишь путь через Ледовитый океан, в котором большую часть года навигация невозможна. Поставки осуществлялись по воздуху из Аляски, но в силу низкой экономической эффективности этим путем перегоняли в основном сами самолеты. Чтобы иметь возможность снабжать армию всем необходимым, нужен был иной, более продуктивный маршрут доставки американской помощи. Правда, на этом пути стояло независимое нейтральное государство – Иран. Американская помощь оказалась настолько важной для СССР, что для спецоперации в Иране Совдепия сосредоточила огромные воинские силы. 25 августа 1941 года в Иран ринулись три советских армии – 44-я и 47-я Закавказского фронта и 53-я Среднеазиатского военного округа с 1000 танков Т-26 и 409 самолетами. И это в момент, когда советские части в панике отступали в направлении Москвы и Ленинграда, а захватившая власть в империи коммунистическая камарилья готовилась к бегству из этих городов. Навстречу советским войскам в Иране направлялись британские союзники, более 200 тысяч воинов с обилием авиации, артиллерии и танков.
29 августа Шах приказал иранским войскам сложить оружие и прекратить всяческое сопротивление. 17 сентября Красная армия вошла в столицу Ирана – Тегеран. Шах отрекся от престола. С подачи англичан новым правителем Ирана стал его сын Мохаммед Реза Пехлеви. Прежнего шаха англичане арестовали, депортировали в британские южноафриканские колонии, где он умер в плену в 1944 году. К октябрю 1942 года объемы американской помощи по трансиранскому маршруту составляли до 30 тысяч тонн. В мае 1943 достигли отметки 100 тысяч тонн в месяц. Специально для транспортировки грузов в Иране построили несколько автомобильных заводов. Одного факта вторжения СССР и Британии в Иран в условиях сложнейшей обстановки на фронтах войны с Третьим Рейхом достаточно для опровержения путинской лжи о достаточности ресурсов РФ для победы в войне над гитлеровской Германией. Существует множество иных фактов, подтверждающих огромную роль американской помощи в деле разгрома нацизма. Важность ленд-лиза признавал сам Сталин и сменивший его на диктаторском посту Хрущев. Из письма Сталина Черчиллю. «Все это привело к ослаблению нашей обороноспособности и поставило Советский Союз перед смертельной угрозой. Здесь уместен вопрос, каким образом выйти из этого более чем неблагоприятного положения. Я думаю, что существует лишь один путь выхода из такого положения – создать уже в этом году второй фронт где-либо на Балканах или во Франции, могущий оттянуть с Восточного фронта 30-40 немецких дивизий и одновременно обеспечить Советскому Союзу 30 тысяч тонн алюминия к началу октября сего года и ежемесячную минимальную помощь в количестве 400 самолетов и 500 танков, малых или средних. Без этих двух видов помощи Советский Союз либо потерпит поражение, либо будет ослаблен до того, что потеряет надолго способность оказывать помощь своим союзникам своими активными действиями на фронте борьбы с гитлеризмом». Из письма Сталина Рузвельту. «Ваше решение, господин президент, предоставить Советскому Союзу беспроцентный кредит в размере 1 миллиарда долларов в обеспечение поставок военного снаряжения и сырья Советскому Союзу было принято советским правительством с сердечной признательностью, как насущная помощь Советскому Союзу в его огромной и тяжелой борьбе с общим врагом – кровавым гитлеризмом». Из воспоминаний Никиты Хрущева. «Хочу откровенно высказать свое мнение о взглядах Сталина на способность РККА и СССР справиться с нацистской Германией и выдержать войну без американской и английской помощи. Во-первых, хочу сказать о некоторых замечаниях, сделанных Сталиным и неоднократно повторенных им во время непринужденных разговоров между нами. Он прямо сказал, что если бы США нам не помогли, мы бы войну не выиграли. Если бы нам пришлось сражаться с нацистской Германией один на один, то такого давления мы бы не выдержали и войну проиграли бы. Никто никогда эту тему официально не обсуждал, и я не думаю, что Сталин когда-либо письменно излагал свое мнение по данному вопросу. Но я все же утверждаю, что в нескольких разговорах со мной он отмечал, что дело обстояло именно так. Он никогда не заводил разговор именно об этом, но когда мы просто беседовали, обсуждая вопросы международной политики в настоящем и в прошлом, и переходя к теме того, через что нам пришлось пройти во время войны, он говорил именно так. Когда я слышал такие его замечания, я был с ним полностью согласен, и сейчас я с ним согласен еще больше». К слову, цитаты взяты из российской Википедии. Сказанного достаточно, чтобы понять всю значимость экономической помощи США союзникам по антигитлеровской коалиции. Длительное время, не вступая в прямое военное противостояние с Третьим Рейхом, Соединенные Штаты вели борьбу с нацизмом при помощи более высокого уровня ведения войны экономическими методами. Они оказали поддержку союзникам, воинская доблесть которых, усиленная американскими технологиями, совместными усилиями сломила шею гитлеризму. Более того, США стали главным победителем во Второй мировой войне.
Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть на результаты, достигнутые основными ее участниками – США, СССР и Великобритания – на Ялтинской конференции определили политические контуры послевоенного мира. Их главный противник, гитлеровская Германия, была буквально повержена в прах. Британская империя вскоре приказала долго жить, трансформировавшись в Британское Содружество Наций – добровольное объединение 56 суверенных государств. Британия утратила роль ведущей мировой державы, но сохранила огромный вес и влияние международной политики. По окончанию Второй мировой войны на роль главной мировой сверхдержавы оказалось всего два претендента – СССР и США. Началась холодная война, глобальное противостояние свободного мира, где лидировали США с социалистическим лагерем, где доминировал СССР. Сталин прекрасно понимал, что совдепия не может победить в мирном противостоянии. Слишком неэффективно лишенная конкуренции экономика социализма, слишком неустойчива власть, опирающаяся лишь на террор и разнузданную пропаганду. Вождь всех народов начал подготовку к новой мировой войне. Экономика СССР по-прежнему работала преимущественно на ВПК, как и ранее. В стране производились пушки и атомные бомбы вместо колбасы и сливочного масла. За подготовкой к новым боям за победу самого передового в мире учения Маркса и Ленина Сталина застала смерть. Его преемники смекнули, что новая мировая война выйдет на качественно новый технологический уровень, и применение ее участниками ядерного оружия похоронит все завоевания социализма вместе с политбюро ЦК КПСС, не говоря уже о призрачных планах на победу в мировой революции. СССР перешел к относительно мирному сосуществованию со странами капитализма, и через 46 лет после окончания Второй мировой войны осажденная крепость коммунизма пала, так и не начав боевых действий. США вышли победителем в холодной войне, победив, как и во Второй мировой, с минимальным участием в боевых действиях. Не последнюю роль в данной стратегии США сыграли базовые ценности американского общества. Американцы считают человеческую жизнь высшей ценностью, ибо смерть – процесс необратимый. Деньги – расходный материал, который тратят, чтобы зарабатывать, и зарабатывают, чтобы тратить. В отличие от человеческой жизни, потерю финансов можно компенсировать и восстановить, поэтому США не жалели денег, техники и вооружений, но берегли жизни своих солдат. В Совдепии все обстояло с точностью до наоборот. Считалось, что денег много не бывает, а людей бабы еще нарожают. Поэтому Сталин гнал плохо вооруженных солдат на немецкие танки и пулеметы и громоздил горы трупов советских воинов в боях у незнакомого поселка на безымянной высоте. Судя по методам ведения армии РФ нынешних боевых действий в Украине, у россиян ничего не изменилось. Они хотят повторить гекатомбы жертв во имя химерной цели – восстановления Российской империи в границах 1991 года. Как показывает опыт США, побеждают не числом, а разумной, выверенной стратегией. Как сказал Сунь Цзы, самая лучшая война – разбить замыслы противника, на следующем месте – разбить его союзы, на следующем месте – разбить его войска. США руководствовались мудрым принципом классика искусства военной стратегии как во время Второй мировой, так и в холодной войне. Во времена холодной войны союзниками США оказались практически все активисты национально-освободительных движений, порабощенных Москвой народов. Среди них, как тогда, так и сейчас, украинцам выпала ведущая роль в освободительной борьбе на всей территории бывшей Российской империи и ее фактического преемника СССР. На фронтах той неприметной войны сложили головы несгибаемые украинские герои. Василь Стус, Иван Светличный, Олекса Тихий, Юрий Литвин, Валерий Марченко, Алла Горская и другие не менее прославленные борцы за волю Украины.
Грубая сила террора не сломила мужество отчаянных. СССР загремел в тартарары, а независимая Украина, за свободу которой погибли Стус и Светличный, есть и будет. Палачи, стрелявшие вчера в наших отцов, сегодня строят планы на наших детей. Они вновь рассчитывают на грубую силу и огромную численность, засыпая украинских воинов лавиной снарядов и ракет, посылая на штурм городов Украины шеренги зэков-вагнеровцев и мобиков. Они могут и повторяют сталинскую тактику заваливания противника трупами своих солдат. Опыт США показывает преимущество технологии и развитой экономики над грубой силой. У Украины есть надежный союзник, обладающий этими преимуществами. Мужество и доблесть украинских воинов реализуют все преимущества военных технологий, предоставляемых союзниками, чтобы очистить мир от агрессивных замыслов последней империи и ее бесчеловечной идеологии расизма. Спасибо, друзья. Подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Заходите к нам на Patreon, там лежат дополнительные видео. Пользуйтесь новой функцией YouTube спонсорства. Также напоминаю, что мы есть в Телеграме и Твиттере. Все ссылки в описании. Присоединяйтесь. Всем украинцам скорейшей победы. Слава Украине!